Всем привет! Это немецкий город Каменц. Давно я не снимал видео, был занятый. Сегодня у нас радостное событие. Наш внук Дима закончил школу. Получил аттестат. Закончил реальшуле. Только что было торжественный вечер посвященный. Вот он идет с сестрой. Идем в центр города, там стоит машина. Поедем домой сейчас. Вчера ночью прошел дождь, и сегодня целый день периодически то солнце, то дождь. С одной стороны хорошо. Так как дождь надо, потому что недели две стояла жара. Градусов под 30. И дождик немножко освежил. Сегодня пятница 16. Ну, так у нас тоже раньше было за 20 числа выпускной вечер. Это красное здание. Здесь все управление города находится. Ратхаус. Бургомистр, то есть мэр здесь находится, сидит. Отсюда управляет городом. Цвингерштрассе упирается в Марктпляц. Вот Марктпляц, магазин Росман, Гольднер Штер Готель, Гольднер Хирш Готель. Каменц называют Лессингштадт, город Лессинга. Лессинг — это известный поэт. Написал много стихов, много басен, пьес. И поэтому здесь он родился, и поэтому здесь его память чтят. Такой был похож на дедушку Крылова, писал басни. Вот, сейчас здесь идут ремонт, работы строительные. Вот хотят сделать с площади Марктпляц вот что-то такое. Так будет в 2018 году. Что особенно поменяется, не знаю. В принципе, наверное, новую брусчатку положат, тут камни лежат. В общем, люди работают, деньги есть, деньги влаживают в строительство и обустройство.